рассказали о программе IT-школе Samsung, предложили там обучаться, попробовать туда поступить. И, естественно, я подумала, что да, стоит попробовать, потому что это очень интересно. Мне об этой школе рассказали родители, и когда я пришел, я был очень... приятно удивлен. В IT-школе Samsung я узнал от своего школьного преподавателя. Он сказал, что это интересный проект, в котором, на выходе из которого у меня будет хороший проект, который я могу уже выставлять дальше на конкурсы или там сам получать с этого какой-то профит. Я решил, что это будет отличная возможность увеличить мои знания в области программирования и научиться создавать свои приложения. Мне очень нравится то, что, ну, во-первых, много времени, есть время и задать вопросы, и узнать новый материал. Мы очень много занимаемся практикой. В IT-школе Samsung я узнал для себя очень много в сфере IT и в частности, в плане программирования. Я открыл для себя много сфер разработки и методов программирования, а также понял то, что командная работа в программировании очень важна. Я научился писать приложения под операционную систему Android. Я научился полноценно использовать язык программирования Java. Я узнал много новых технологий, которые, ну, используются прямо сейчас с профессиональными разработчиками. А мои ожидания полностью оправдались. У нас очень интересные занятия, очень познавательные. Я считаю, что вряд ли бы где-то еще я могла этому научиться. Работу над проектом, связанным с органическими магазинами. Мой проект — это справочник по органическим магазинам Москвы вместе с картой и возможностью найти нужный тебе магазин недалеко от твоего дома. Мне кажется, что это очень актуальная тема, как для, ну, для всех потребителей. То есть это не просто учебный проект, это может быть проектом, который пойдет дальше и на конкурсы, и как мой личный такой большой, хороший проект. Хочу стать гейм-дизайнером и хочу влиться в игровую индустрию. И мне курс IT-школы Samsung в этом очень сильно помогла с языком Java. Так как на языке Java можно написать много игр различных на Android. Тема проекта у меня довольно обширная. То есть я решила, что буду делать небольшую социальную сеть для нашей школы. И сейчас я понимаю, что с защитой проекта разработка его у меня не закончится. То есть теперь школа хочет видеть итог. Мой проект – это оптимизированный журнал. Так как часто бывает необходимо быстро отметить учеников, чтобы начать рассказывать новую тему, я решил, что это будет отличным вариантом для моего проекта. Подобную идею мне также подсказал мой преподаватель. Пожелать будущим учащимся IT-школы Samsung не сдаваться, если у них что-то не получается, а упорно продолжать обучаться здесь, потому что это колоссальный опыт, это очень интересно, и вас действительно вряд ли где-то такому потом научат. Если бы меня сейчас спросили, что я хочу сказать себе только что пришедшему в IT-школу Samsung, я бы сказал, что нужно никогда не пренебрегать занятиями и тем, что говорит учитель, потому что все, что говорит Владимир Вячеславович, очень важно. Советую также новому поколению задуматься о проекте как можно раньше, чтобы было больше времени обсудить его с преподавателем. Здесь вы сможете научиться создавать свои приложения, здесь вас ждет хороший преподаватель, вы сможете научиться новому языку программирования.